Вот это вот как раз сварщик готовит к тому, чтобы закончить этот саркофаг к 30 ноября 1986 года. И вот дата 30 ноября с тех пор отмечается как дата закрытия саркофага. Ну, это они работают на конфорсной стене с севера этого саркофага. И они заваривают те швы, которые необходимо заварить после монтажа этих конструкций. Потом вот эти вот с укосинами стрелки будут подвинуты. А вот это уже, это крюки, которые принадлежат мамонту, кровле саркофага. Мамонт – это балки поперечные, на которых держится крыша саркофага. И эти балки, вот их кладут как раз, они кладутся на шахты вентиляции, которые залиты были бетоном, и они являются прочной опорой для тех труб, которые представляют собой балки крыши. А вот сейчас вот кран Демак, справа кран немецкий. У нас не было кранов такой грузоподъемности в Союзе и с таким вылетом стрелы. В 92-м году они еще стояли. Куда они делись? Сейчас я не могу сказать. А это подвозят бетон. Он должен быть где-то здесь вывален. Причем вывален и путцмейстером. Бетонасосной машиной должен быть подан наверх. Так заливались вот эти вот сварные конструкции. А этот товарищ открыл кабину, сплошь увешанную свинцовыми листами, толщиной 5-6 миллиметров. Причем варварским способом эти листы свинца были закреплены. Он с помощью болтов с накладками. И вот такое окошко тоже в двери, оно мало что позволяло видеть. Видимо, хотел попозировать, войти в историю. Вот. А это бетоновоз, бетонолом. Даже с помощью вот этой насадки крушили стены, бетонные основания. Вон, видите, оператор бетонолома закрывает свинцовую дверь, и у нее остается одно окошечко, в которое он смотрит. Все, пошли, уходим. Это, наверное, пролившийся бетон убирает. Эти кразы после забрали на маяк, и они там
трудятся на озере Карачай. У них была эффективная защита, и освинцованные кабины, и фильтры вентиляционной установки стояли на этих кабинах. Поэтому эти кразы им суждено было не только быть захороненным на Буряковке, но и часть этих кразов уехала на Урал. Работает на химкомбинате «Маяк» в Челябинской области, на озере Карачай. Этих кадров, многих из этих кадров я и не видел. Я видел только то, что вошло в фильм, так, сейчас я вам точно скажу. Которые прошли по телевидению.